Это просто пипец, блин. Я аж испугался от такой скорости. Что по сравнению с картингом? Ну, как ротокс примерно разгоняется. Только звука нет. И этим он пугает. Так, у нас полноприводный трайк. Андрей Электро за рулем. Сейчас будет пробовать стартовать на льду с пробуксовкой. Все, погнали. Какой бодрый старт. Просто невероятная динамика. По словам создателя, 66 км в час. Сейчас он развернулся уже, нифига себе. Охренеть, просто бешеная техника. Я в шоке. Сейчас он попытается оттормозиться. Не, он не собирался тормозить. Охренеть, летает. Там еще багги навстречу ему ездят. Сможет ли он догнать багги? Херан, быстрее багги гоняет. Ну что, ты прокатился, как ощущения? Отлично, бодрит. Да, я смотрю, ты только развернулся, уже обратно летишь. Я даже еще не успел подготовиться к съемке. Ну вот так вот, шустрая тачка. Вообще. Разворот на месте, вообще огонь. Здорово! Это было мощно. Вообще. Я там это, когда разворачивался, когда развернулся, короче, продрифтил там, потом по прямой пронесся, тормозами обоими схватился, меня боком на тормозах несет, я такой отпустил газ и боком поворот прошел. Вообще зашибись. 63 вольта. Сейчас Андрей будет замерять максимальную скорость. Поехали! Контрольный в обратную сторону.
По ощущениям, какая максималка, думаешь? Не знаю, слезы текут. Даже сквозь слезы очки. Счастье, блин. Ну, значит, это не меньше 60 точно.